Ручка, бумага, проектор – все необходимое для полноценного мастер-класса. Задача тренинга – сформировать у слушателей активную гражданскую и лидерские позиции, стремление в развитии своего города. Бизнес-тренер Любовь Мелехина объяснила участникам циклы роста и развития человека, дала определение понятию «кто такой лидер», рассказала, как формируется лидерская позиция. Далее она представила пирамиду ценностей и методы влияния и управления. Каждому участнику тренинга необходимо было проанализировать и оценить свои лидерские качества. Слушатели остались довольны мастер-классом. Необходимо, я бы сказала, даже необходимо не то, что еще раз его провести, а провести его на базе каждого учреждения было бы очень неплохо, хотя бы для молодых специалистов. Потому что если специалисты уже с опытом работы, с большим, они не нуждаются как в таком развитии. Может быть, они нуждаются в профвыгорании, скорее всего, это будет. А для молодежи это необходимо, это наше развитие и наше будущее. Именно на этом тренинге мы учимся распределять свои силы. Не все на заклане, а оставлять и себе, и своей семье, и развиваться во все стороны своей жизни, не только на работе, но и в личной жизни, и быть социально еще активными. Такие тренинги для активной молодежи в нашем городе будут проводиться и в дальнейшем.